Всем привет, с вами Артём, мы продолжаем играть в Edge of Eternity. Так, мы тут в каких-то стегах, найти вход во что-то. Красный кристалл, кстати, мы пока здесь. Кристаллы, но это не мы, конечно же, вот. Кристалл, самоцвет, блестящий, огненный разлом, мана плюс 7. Ну тут все плюс 1, давайте вот этот дадим ей. И пойдем по вот этому пути, почему-нибудь. Огненный разлом, чё, опять? Синий. Ледяной разлом. У нас есть ледяной разлом физ-защита и скорость. Давайте физ-защита и скорость. Но тут третий уровень нужен. Ячейки пока что. Хотя подожди, давай посмотрим по-другому. У нас же есть желтый кристалл. 100%. Скорость, ХП. Физ-атака. Нет, ну скорость ХП. Ей маг... Ускорение? Нет, давай вот это. Ускорение маг, это, я так понимаю, скорость активации заклинаний. Так, ледяной разлом. Скорость, да. Так, а тут у нас что можно было? Сейчас мы уберем. Да, тут без прокачки, конечно, посох вообще ловить нечего. А, здесь ничего. Давай тогда вот сюда. Скорость. Снаряжение. А, ну да, огненный разлом и ледяной разлом. То есть огненный метеорит, ледяной метеорит. Snowstorm is getting worse. We have to find shelter. This way. Through the abandoned mines. Тут есть проход, но дальше его нет. Так, а погода влияет на устойчивость и слабость во время боя и может накладывать дополнительные эффекты. Oh, но тут есть, hey, да, ну. Шестого уровня. Но мы сейчас будем сражаться вдвоем, как минимум. Так, во время боя вы получаете дополнительные цели боя. Да это я знаю. А, остановить урон от огня. Что, простите, еще раз? Убейте противника с помощью остаточного урона от огня. Это будет геморройно. Давай урон от огня. Ему класть на огонь. 30. Неплохо. Ну, давай тогда огням. А ты в защите стой. Ну, мы успеем шмальнуть раньше, чем он это. Не получилось. Вот минус мага. Как вы понимаете. Но дальность у нее охренительная. Мы получили сразу первый уровень, второй уровень. И немножечко прокачались. Плюс ресурсы. То есть все хорошо. Там есть второй, мы сейчас его завалим. Только сначала давайте... Вот сюда ее поставим. Она не нужна нам в первом ряду. А, так, подожди. А, у тебя только мана, окей. Так, у нас нет ничего больше. Ё-моё, сколько их наспавнилось тут. Сейчас против троих пойдем, да? Да, против троих. А где сестра? А, вон она аж стоит. Так, ну с огнем мы проверили уже. Давай проверим лед. О, электричество. Ни хреновенько. Мы так электричеством втаскиваем. Так, лед. Мы проверили. Вот на тебе. Я знаю, что он успеет нас атаковать. Шкала успеет все заполниться, прежде чем все, что там произойдет. Так, мы электричеством ударим вот по этому. Потому что этого, скорее всего, добьет льдом наша сеструха. Потому что у нее есть на лед урон. Вы обнаружили стихийную слабость противника, если будете использовать... Ну, короче, да. Данного противника нужно выкашивать льдом. Мы получили самоцвет какой-то там и кучу костей. Секунду. Кристаллы. Ну да, мы там получили новые кристаллы. Тактика, снаряга, селена. Вот селене мы дать ничего не можем. Обидно. Но мы прокачались. Мы теперь можем сюда идти. Так, ну тут... Типа огненный разлом и так у нас уже есть. Смысла давать еще один нету. Физ-атака не нужна. Магическая защита. Магическая атака. Маг ускорения обязательно. Сейчас посмотрим. Магическая защита, физическая защита. Физическая атака, магическая атака. Нет, там было что-то интересное. Маг атака, маг уклонения. Вот. Давай в фиолетовый пойдем. Физ-атака, физ-уклонение. Ускорение. Нет. Давай ХП тебе возьмем. А тут мы что могли взять? Давай пока уберем. Тут мы что могли взять? Маг атака.
Физзащита. Давай возьмем вот это. Потом пойдем вот сюда. То есть какой там шестой уровень нужен? А тут, тут у нас еще две. Ну, такая пока так, так оставим. Так. Ну, я вижу сундук. Я сказала ха-ха. Прикольно. Блин, как тут красиво. Вау, шикарно. Ярко очень. А я яркость не увеличил, как бы. Но тут вообще ничего не растет в плане ресурсов. Но зато очень большая куча сундуков. Так. О! Можем сохранить игру. Прекрасно. То есть надо было чуть-чуть пробежать, и мы могли сохраниться. Ну, кто же знал-то, да? Давайте пробежим во все 4 степи. Посмотрим, что там заныкано. Угу, ни черта. Просто звук какой. Тум-бум, тум-бум. Я подумал, что это что-то интересное, но нет. Там сундук я вижу, а там вон противников четырех я вижу. Они что-то охраняют или нет? Ну, давай убьем их. Почему бы нет? Бои по два, бои по два. Да. Не перемещать персонажа на next. Ну, короче, не перемещать персонажа. Лови электричество. То есть лед и электричество их слабости, как мы понимаем. На. С головы просто. Так, ты давай. Да ты стой в защите. Нет, стоп, подожди, нельзя перемещаться. Но смысла в этом как бы сильного нету, потому что мы как бы и так выкашиваем его спокойно. То есть она нам, ну, не помогает, если быть точным. От слова совсем. Но она качается. Нам надо, чтобы она прокачалась. Обязательно. Чтобы мы могли дальше использовать ее и ее навыки. Давай. Там может на полянке просто что-то интересное быть. А я люблю все собирать. А противник одним ударом. Да легко. Это вообще на изи. Все, готово. Давай нормально. А как мне показать мою цель, переключить режим камеры? А, стоп. Это понятно. Alt сканирование не надо. Все, готово. Плюс кристалл. Кристаллов падает тьма. Я надеюсь, их можно соединять в будущем, потому что у нас их очень много. А типа, пока по поводу соединения вообще никто ни слова не сказал. Если можно будет их соединять... Так, бомбы получили. То это будет как минимум супер. Так, еще сундук. Зельки. Ну, пока зельки. В чем прикол? Здоровье регенится сразу. То есть не надо вам какие-то там зельки собирать, что-то еще там. Вы просто регените сразу ХП. И поэтому как-то нет такого сильного профита в... Вот, кстати, чем дальше они отходят, тем шансов больше, что мы сразимся с одним только. Ну вот, видите, он здесь один. Да, камера, конечно, жестко подставляет. Вот я не могу ничего сделать с ней, чтобы... Мы здесь ради того, чтобы хотя бы сейчас шестой ей качнуть, чтобы все кристаллы в нее влить и не париться. Давай, 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 нападай, нападай. We have no quarrel with you. Please go. Чего? Наложить три ступени эффекта? Ты стебешь меня? Я одним ударом его убиваю. Какие три ступени эффекта? Веселые ребята. Не те квесты дают. Да, шестой еще не апнули, к сожалению. Но там есть ребята, на которых мы можем шестой апнуть. Потому что без шестого ей далеко... Ну, ей нужен шестой уровень. Поэтому пойдемте апнем шестой. Я помню ребят, которые с радостью предлагали мне на себе апнуть шестой уровень. Что за тух-тух? За грохотание непонятно. Где противник? Заверши бой, не получив урона. Не получится. Вот я уже сейчас получу урон. Ты стой в защите. От тебя толку все равно никакого нет. А, получится. Смотрите-ка. Чудом прям. А, кстати, электричество их не слабость, это просто стандартный урон. У нее нет, у нее нулевая защита.
Шестой уровень. Прекрасно. Самоцвет, кора, бомба. О, красота. Вот опять какие-то грохотания. Так. А, я не могу, да, точно. Надо вот это подтвердить. Защита, скорость. Чё там? Физатака. Нет, давай скорость. И три самоцвета зеленых. Маг-атака, физ-защита. Физ-ускорение, маг-ускорение. Маг-защита, физ-защита. Маг-атака давай. Ну ты же маг, тебе нужна атака. Логично, логично. Так, и у поселения пока все голяк, да? То есть нету никакого снаряжения на нее. От слова совсем. И тьмищ кристаллов просто есть. Все, камни падать перестали. Так, пойдемте сохранимся. Мы... О, да, там уже ребята заново отспавнились. Да, пойдемте сохранимся. Мы же как-никак прокачались. Потому что другого сохранения здесь нигде нету. Поэтому сохраняемся только так. По идее, значок должен в правом углу, ну, углу мелькнуть, и мы должны сохраниться. Просто... А, это опять эти двое. Ну, давай. Darkness before dawn. О, как хорошо-то, а? Камень так хорошо все портит. Так, давай на тебя. Ну вот что за прикол? Что, валун мне всю карту закрыл? У Селены такая хорошая скорость, и она не успевает даже набрать себе шкалу атаки. Ну вообще просто, я два раза успеваю атаковать, прежде чем она наберет одну шкалу. Красота. Ну главное посох ее прокачать до 8-го, и все. Типа, да. Блин, как красиво. Ну, мне нравится, если честно. О, первый... Это... А, это вот что гремело? Груны. Убить... Так, а, зайдя за спину? Я не пойду за... Давай, электричество. Сопротивление. Так, лед. Чё Грун делает? Ага. Сопротивление ко льду. Как у тебя с сопротивлением к огню? К огню? Нормально. Давай, вжги ему льдом. Что со льдом? Хо-хо! Я понял. Лед хорошо дамажит. Значит, обычные атаки тоже неплохо. Я не пойду противнику за спину. Мы новых противников убили. Нам и так хорошо. Что с них выпало? Так, неплохо прокачечка. Она прям бежит до 9 уровня. Самоцвет. Костяшка грунта. Интересно. Ну, потому что это новый ресурс. Вот что так грохотало-то. Понятно. Ищем сундуки, которые могут быть. Я еще хочу их убить. Там еще вон одни сидят. Да, мы обязательно их повалим. О, этот близко. Так, огнем тебя лучше не лупить, да? Давай огнем тебя влупим. Дыщ, 23. Но можем застанить его, если уж на то пошло. Где там твой друг-то? Сканировать нет. Давай переключи на такой режим. Ты не можешь по нему попасть? Серьезно, что ли? Тогда стой, загорай давай. Но она даже достать до него не может. То есть есть определенное расстояние, на котором она достать не может. И этот еще далеко. То есть ему еще подходить и подходить. 179. Неплохо. Но от нее толку сейчас нету. То есть она... Блин, вот единственное, что у нее минус, то, что она долго атакует. Очень долго. Сама вот этот магический удар. То есть нам нужно ближников парочку нормальных, которые там будут и защиту какую-нибудь накидывать, еще что-нибудь. Так, у нее 7-й посох. Мы еще камень получили один. Прекрасно. Да, вот это они так делают. То есть они залазят, вылазят, залазят, вылазят. Давай, власть. Опа, вот это противно. Давай льдом в него втащи. А ты давай огнем в него втащи. Не, не, стоп. А, давай огнем в него. Я так понимаю, тот далеко находится, он даже не может атаковать меня, судя по всему. Да, он не может атаковать.
Угу. А мог бы в нее атаковать, и все было бы нормально. И сбил бы я атаку. А так 571. 570... Зачем я это сделал? 571 урона бы нанес ей. Ну, то есть, ему. Как правильно? Точнее, ну да, вы поняли. 571 урона. То есть, она неплохо боссов выкашивать будет. Ну, или каких-то более серьезных противников. Хотя там без понятия, какая у них защита, атака и так далее. Ты можешь просто атаковать его? А, это ты атакуешь. Я думал, это Селена. Я думаю, Селена сможет атаковать простой атакой. Ну, типа, у нее же есть простая атака посохом. Так, ну, такое себе. Красный. Угу. Все, мы всех перебили. И мы в пещере. Нам не так холодно. Там не дует. Все прекрасно. И до сюда я не доходил. То есть, последний раз, когда я записал, это было там недалеко. Очень далеко. Так. Прикольненькая пещерка. Это собирать нельзя. К сожалению. Телепорт. Зачем телепорт здесь? Он только недалеко был. Чтобы сохраниться просто. Не знаю, как тебе это удалось, но вот мы здесь и оказались. Думаешь, это я вызвала снежную бурю, чтобы мы укрылись здесь? А я не настолько могущественная. Пока что. Однако, признаю, я рада, что мы здесь оказались, потому что снова будешь меня пилить? А я не настолько мелочная Дарья. Просто не каждый день выпадает возможность положить конец прошлому. Однажды ты написал мне, что тебе до сих пор снятся кошмары о том дне. Так и знал, что ты... Надо было это писать, что не надо было это писать. Но я никогда не говорила, что не тебе одному они снились. Тебе тоже? Да. Но почему? Неужели забыла, что случилось? Если бы не ты своими способностями, все бы погибли. Шахтеры, я. Тебе пришлось вмешаться из-за того, что я захотел в героя поиграть. Ты спасла нас всех, а сама больше никто не смог. А знаю, но тогда я впервые ощутила страх, настоящий страх. За тебя, за меня. Нам нужно закрыть эту историю. Ты имеешь в виду, нам нужно положить конец прошлому? Да, нам обоим. Я с тобой, сестренка. В конце концов, это из-за меня мама узнала о твоих способностях. Я чувствую себя из-за этого виноватым. Да ладно, все нормально, братан, ты что? Ну, типа, все равно бы них когда-нибудь узнали. Какая разница? То есть, дело-то не в этом. О, сундук. И мы получили как раз камни. А кристалл можно потрогать? Не, нельзя. Ладно, пойдем дальше. Мы уже сохранились. Опа, я вижу противников. Вы можете напасть на противника на... Ага, в случае успешной атаки у вас появится преимущество в бою. Это же атакой можно открыть сундук и собирать ресурсы. А, окей. Так, давай посмотрим. Ход игрока. Типа, неплохо. Неплохо. А, мы еще их подранили немножко. А я этой атакой, типа, пользовался, ну так, на отшибись. И мы еще их застанили? Давай, льдом туда. Блин, а я об этом не думал. Ну, я пытался так атаковать, но я не думал, что мне какой-то баф дают за это. Все, пока. Лед, конечно, с вами на изи справляется. Ой, на изи. Все, она почти апнула 8-й уровень оружия. Белого оружия. То есть это даже не синее оружие, да, или не зеленое. Ход игрока. Причем по всем. Вроде ударил, да, по одному. А урон получили все. Жалко, что нет массовой атаки. А нет, есть массовая атака по Гекку. Только у нас пока ее нет. Давай огнем попробуем втащить вот по этому. Ну, типа, я не пробовал. Вдруг что-то хорошее получится. Так, сразу вырубаем вот этого, чтобы он хотя бы один нам ничего не делал. А, слушай, неплохо. У нас уже 407 хп. Неплохо. Ты что-то хочешь сотворить со мной? Ты давай тогда в защите, а ты давай тогда... Нет, стоп, какая молния-то? Молния на них не действует, братан. Помни это.
Все. Зеленый самоцветик получили. Я надеюсь реально, что можно будет самоцветы объединять. Потому что я не вижу никакого смысла в том, чтобы их не объединять. Их очень много падает отовсюду. И если типа их не объединять, то нахрена столько этих самоцветов мне нужно? Четверых? Троих. А там же четверо. Убей отмеченного противника последним. А кто этот? Да? Окей, хорошо. Убьем последним. Видите, атака не прибавляется, к сожалению. Там есть какая-то штука. Так. Давай сюда огнем. Добьем этого. Все, отмеченный противник, вот он. На изи. На тебе в табло. А, ну Селена нам не... Вот что вот это вот? Вот что вот это? Так, тихо. Не, стоп, подожди. Да, да и стой на месте. Вот это что? Это убежать типа можно или что это там? Или кристалл там показывается? Скорее всего кристалл. Так, 8 уровень оружия у меня и у нее. У меня 10. А у нее 9. Неплохо, неплохо. Только кристаллы падают беспонтовые. От слова совсем. А, тут ничего и нету. Ладно. Ход игрока. Окей. Ну, просто за два удара его вынесем и все. Мало, кстати, мы наносим урона. Ты стой на месте. У тебя все равно толку от тебя сейчас никакого нету. Ну, потому что, а что она может сделать? У нее пока мана наберется, тем более с одним таким слабым противником. Толку никакого. Да и набирать вот задания выполнять эти некоторые, там прям где надо постоять, потерпеть, чтобы где там 300 урона нанесли. Нахрена. Не вижу в этом никакого профита. Ой, слушайте, а пещеры-то огромные. Я думал, они будут маленькие. А они прям огромные. О, два сундука. И разрушенный мост. Блин, я жду вообще снаряжения для нашей подруги. Если, ну, подруги. Почему подруги я все время называю ее так? Ух ты, прикольно. Для нашей сестры, да. Снаряжение для сестры, но пока его нет. Четверо. Двух или более за один ход? А, погоди. Во, есть такая штука. А ты давай магическим льдом вжахни вон туда. Неплохо. Погоди, если бы она вжгла гранатой, то, скорее всего, бы мы победили. Я проиграл? Почему? В смысле, за один ход умерло двое? Ну ладно, окей. То есть, если дать гранату, она сможет... Просто мы четверых вынесли. Могли бы так очень хорошо нафармить. И почему-то я точно ударил. Блин, ход игрока постоянно. Вы классно, а? Так, давай льдом, наверное. В этого, а ты физой в этого. То есть граната как вариант. Нам бы что-нибудь помощнее, какой-нибудь гранат. Либо самому сделать какую-нибудь топовую гранату. I will commend your soul to the gods. Ну, плюс оружие у меня слабое. Я хочу, чтобы там был не 8 уровней, а там 15. И вот эти вот кристаллов кучу надо было навставлять, а не так просто 4. Да. Так, где-то еще есть. Я вижу еще одну точку сохранения. Как минимум. Это уже хорошо. Там вот этот электрический кристалл. Как стробоскоп. Не стробоскоп, а как это называется? Тесловская. Забыл, штука называется. Башня Тесла, да, которую так же делают. Скорее всего, там будет что-то серьезное. На тебе, по щам. Мало наносим такого урона им, кстати. Не передвигая к передвижению, зачем? Зачем нам передвижение? Мы так спокойно их выкашиваем. И без передвижения.
Хорошо, что ману просто... Ну, точнее, это скорее плохо даже, что она восстанавливается просто так, на халяву. Потому что, ну, на халяву. С ничего. Плюс за каждого это, за каждый бой нам дают бабки. Плюс нам за, еще можем задание выполнить, нам дадут бабки. Не знаю, что там в дальнейшем будет за... Ёб твою мать. Ладно, пойдем. Я понял, кого нам надо одолеть. А что внизу? А, непонятно. Во! Nervous? I don't know. Are you? A little, but we're not kids anymore. Короче, да. Let's put the past to rest. Положим конец прошлому. Remember us, buddy? 8 years we've been waiting for this. 8 лет? We have no quarrel with you. Так. А что у него с ХП? We can do this. Its magic is almost completely depleted. Не прибегайте. Подожди. It is holding up by the sheer strength of its will. Стоп, подожди, М. Не прибегайте к, не прибегайте вселенной к физическим атакам. Не собираюсь убить маленьких гурнов. Нету. Убить гурна до осуществления им второго призыва. А что он вообще может? Что у него защита? Я не знаю, что у него. Ну, а там огнем лупили. Давайте проверим огонь. Охренеть! Это ж сколько у этой хрени хп? 17? Не уж. Так. Это ж сколько у этой хрени хп тогда было? Если мы по 95 сносим, и хпшечка еле-еле там. Давай льдом хорошенько. Вообще иммунитет. Нет, 394. А простой атакой? 192. Призывай давай мелких. Он когда собирается призывать мелких? Походу, ты решил сдохнуть тут так, да? Ну, давай, льдом. Да я не собираюсь атаковать в ближнем бою, вы чё? Скорее всего, она его добьет сейчас, да. Два выполнили. Ну, мелких не было. Чё я могу сделать? Он никого не призвал. 3 раза нас ударил. Так, мы получаем 10 уровень. А, не получаем. Блин, чуть-чуть не хватило до 10 уровня. А чё за снаряга? Ничего. Сделано. Фух. А знаешь, ты была права. Мы поставили точку. И будто камень с души. Теперь можно забыть прошлое и двигаться вперед. Точку-то мы поставили, но ты все еще передо мной в долгу? Что? Эй, мы же положили конец прошлому. Да, положили, но сам знаешь. Технически душевные беседы, особые брата-сестрические узы не отменяют пожизненных долгов. Конечно, отменяют. Нет, просто брат. Но ты все еще в моей власти. Эх, так и живу. Как ты будешь пилить меня всю дорогу до Геральзора? Пильну раз, может два, не больше. А, все, то есть? Там не было, да, никаких нычек? Хорошо. Сохраниться сейчас, наверное, предложат, да, после пещеры-то? Ну, блин, прикольно. Я хочу отряд набрать нормальный, там человечка 3-4 хотя бы. А, сохраниться нам дают, но вау. Ну, блин, локации все классные. Мы кристаллы всякие собираем. Корни, 2 сундука. Мы нашли новую шмотку. Давайте смотреть, снаряга. Нет. А, я понял, Селен. Наконец-то для Селен мы нашли руку. Ну, снаряг. Так, физзащита, магзащита, скорость хп. Держи, милая моя, держи. Инвентарь, да, вот она. Это можно разобрать. Как громко. А на что мы ее разобрали? А-а. Все, хорошо. Сохранимся? Погодите, я хочу посмотреть на карту. Нам туда надо, да? А где мы были? А тут квестов нету, да? Все, хорошо, пойдем. Ой, цветочки новые пошли. Ну, это семена уже были, темное семя уже было. Пока противников не видно. Обычно у таких кристаллов часто встают противники. Ну, типа, чтобы мы могли атаковать кого-нибудь. Плюс пока нету... Что это такое? Поющая орхидея. Прекрасно. Плюс пока нету второго этого. Как его? Второго этого. Так, шелк. Неплохо. Нет этих...
противнику вообще пока. Здесь так мирно и красиво. Фульгурит. А, вот и противники. Око. Ну, с око я сражаться не хочу, потому что они слабые. Да? Зачем они нам? Корни у нас и так уже были. Око они в Африке, око. О, там сохранение. Так, вот, там три кристалла аж целых. Можно под хилом стоять вечно. Давай. Ну там просто под хилом можно будет стоять вечно. Если мы сейчас все под хил... Мы под хил попали как раз. Вот. Так, давай нормально. Вспомни, что у них там. Подожди. На огонь им плевать, электричество вроде. Убей его одним ударом. А, ты просто подбежал, да? Ты давай просто отбеги. Зря. Ему плевать на огонь. Ай-яй-яй, дурачок. Ну ладно, он сейчас подбежит все равно, и мы к его ударим. Ах ты, пес, 8 урона. Я забыл, что если мы ударяем, то и он ударяет. Ну ладно, 182, неплохо. Двадцатку мы и так получили плюсом. То есть 20 плюсом. И помимо двадцатки мы еще зарабатываем 62. Ну, эти ресы у нас уже есть. Нам просто подкачаться надо было. Надо подкачаться, надо подкачаться. О, капкан. На око. Ну, я так понимаю, это с намеком, да? Но это око. Око слабые очень. Хоть они и 8 уровня. Блин. А, мой ход, все нормально. Убей противника с помощью остаточного урона от огня. Не, не, не это, как его, не уверен. Потому что, сами видите, им плевать на остаточный урон от огня. Так, давай, урон от огня по тебе. Давай по тебе. Просто по тебе. Скорее всего, не прокатит. Почему? Во-первых, вот сундук стоит. А во-вторых, потому что, скорее всего, он умрет. 522. Ну вот, вот босс был перед нами, она не так много ему выкосила. Но это типа мы с прошлым заканчивали. Панцирь Око-Ороко. Панцирь Ороко нам еще не выпадало. Значит, это того стоит. Гранаты. Ну, это того не стоит. О, еще сундук. Опа, железная руда, сплав из нескольких простых минералов. Чувство, что кристаллов, которых я набрал, мне придется очень много плавить. Типа вот. Селестия, уникальный минерал, который при усилении кристаллами становится очень легким. Настолько ее едва парит в воздухе. Блинский, блин. Интересненько. Ой, как ярко! Я аж чуть не ослеп. Через чур ярко. Так, я вижу какую-то кнопку. Я вижу впереди меч. Мост разрушен, здесь не пройти. Что ж, я могу срубить одно из деревьев и сделать из него мост. Ты целую вечность с этим провозишься. Есть что предложить получше? Дай подумать. Это странное военное устройство Селена. Оно заброшено давным-давно и больше не функционирует. Оно же на кристаллах работает, так? Если кристаллы не трогать несколько лет, то они начнут восстанавливать энергию, даже если до этого были полностью истощены. Я попробую подключиться. Нам сейчас дадут какую-нибудь хренью заниматься? Типа, о, прикольно. Так, погоди-ка. В радиусе поражения нет противников. Какого противника? Стоп, что? Так, стоп. А, это ты ходишь. Я догадываюсь, что надо сделать уже. Да? А тебе вот сюда.
Все гениально, очень просто, как вы понимаете. То есть я на изи догадался. Так, там есть где поспать в 97 метрах и есть что сожрать. Давайте вот сюда сбегаем, посмотрим, что у нас в этом сундуке. Ну, это фигня. Мне бы как-то количество ячеек, что ли, расширить. Так, там вон уже кто-то ходит. Подтвердите сохранение. Ну, это детеныши. Мне до них пока плевать. А, нам в любом случае вот сюда идти. Тут доска объявлений есть. Сейчас камень почитаем обязательно. Может, там что интересное пишет. Во, кристалл. А, это красный кристалл. Это типа кристалл атаки, наверное, что-то в этом роде. То есть, может, он атаку там пробафает. Типа, давайте попробуем. Не, ладно, не буду. А, хотя да, давайте. Так, я стою вот тут. Убей противника, зайдя за спину. А я этим займусь сейчас. А, я не могу вставать на эти гейки. Ясно. Так, как вам с огнем, ребят? Вам не нравится огонь, я понял. Давай в эту свинку огнем. А мы пока убьем вот этого. Раньше был лед у нас и молния, теперь огонь и молния. Ну лед хорошо, точнее огонь очень хорошо действует. Неплохо. Ну, зайти за спину не получилось, но ничего страшного. Самоцвет желтый получили. Так, а, кристалл почитайте. Да. Что это? Я жду тебя на той стороне. Хорошо. Хорошо, братан. Так, тут можно отдохнуть. Ой, тут задание. Клык какого-то... Ага, панцирь. Давай возьмем все. Тут есть... А, это верстак. Погоди, давай зайдем на верстак. А, открыть сундук мне предлагают. А, камнерез. Рецепт создан. О, прикольно. Войдите в верстак. Нифига себе. Я понял. Подожди ты. Нету древесины. Вау. А, ну тут всего 4. А, это Дарио. А, это Селена. Вау. То есть у них свои. На эти, да? Можем типа отдохнуть, но я пока не хочу. Я хочу древесину найти. А где древесину взять? Тут волшебная баллиста. Давай, я хочу волшебной баллистой шмальнуть. Смотрите-ка. Дарио. Дарио атакует. Нет, Дарио у нас в атакующий пойдет, а вот Селена шмальнет волшебной баллистой. Объясню зачем. Селена, передвигайся вот на этот гек. Твоя шкала должна очень быстро заполниться. Ты добиваешь вот этого. Вон там еще одна. Хорошо, что кабаны не могут использовать волшебные баллисты. Так, давай. 564. Наложите эффекты. Да у нас такой урон, что нам нечем эффекты накладывать. Но баллисты хоть пошмаляли. Так, нам нужно дерево найти. Подожди, вот это что такое? Ну это вряд ли древесина. У нас, кстати, 93. Нам бы поспать в идеале, но пока зачем? Так, надеюсь, тут что-то хорошее будет. Что они одной кучкой стоят. Так, стоп, подожди. Давай вот этого убить будем. А ты, Селена, давай вот сюда. А, ты не можешь сюда. Ясно. Тогда вжги вот по вот этому. А я пока ударю вон того еще раз. Просто манина у них тут стоит прям под боком. Я думал сейчас, как мы втащим. Так, льдом, в принципе, ну такой урон себе идет. Огнем хороший по ним идет урон. Просто разные типы противников, понимаете? Вот, он на меня сейчас какую-то херню запустит. Ты давай тогда отбегай. Ну, типа, зачем тебе стоять тут? А, нельзя ходить было, окей. Давай огнем тебя втащим. Посмотрим, как ты огонь переносишь. Хреново, братан. Хреново.
Я хотел с баллисты всю эту кучку расстрелять. К сожалению, мне этого не дали. Так, ну неплохо, неплохо дают опыта. Куча ресов просто. Ну ладно, может быть это не куча, да? Ведь найдутся диванные эксперты, которые скажут: о, разве это куча? Вот я когда-то убил 50 штук, мне за них дали там. Да, я знаю, ребята, я знаю все это. Прекрасно. Всем, у всех свои... Ну, кто ее уже прошел, эту игру, да, то тут, конечно же, будет мне спойлерить. Обожаю этих ребят. О, тут дверь придется открыть. А ты сможешь спрыгнуть? А, сможешь. Блин, ну одни гранаты импульсные, которые мне не порадовали, как они работают вообще. Там что-то отстреливать придется? Так, погоди. А, ну тут все логично. Тут вон, тут все логично, как делается все. Тут просто надо встать вот сюда и расстрелять дверь. Ну, тут любой дурачок поймет, ребят. Ну вы что? Даже так? Настолько все изи? Что даже вот так? Хм. И все? Типа... Прикольно. Не, ну, не сказать, что прям восторг, да, но прикольно. А, понятно. Я не могу с большой высоты прыгать. Вообще ни с какой высоты прыгать не могу. Обидненько сейчас стало. Anzut. Why does that name ring a bell? It was a race of gigantic birds. Блин, пока не то, что надо. А еще что-то бежать не могу. Right. They killed them all. I remember now. Там какой-то олень здоровый. Так, Калиопа равностно следила за своими владениями, выслеживала незнакомых гостей. Если чувствуете, что за вами наблюдают, это вероятно, потому что так оно и есть. Так, ступая по этой тропе с осторожностью. Спасибо, мать, спасибо. Кристалл какой-то нашли. Я тут видел здоровую лошадь. Она здоровая просто. Плюс мы неподалеку от баллисты. Угу, так. Я хочу к кристаллу встать. Все равно мы сейчас сначала встаем к баллисте. А баба встанет к кристаллу, мы просто посмотрим. А, мы не успеем, да, уже? А он тут один, что ли? Ну-ка. Я хотел стать кристаллу. Чтобы посмотреть, что там кристалл красный, какие бафы дает. Ну, раз мы так ее быстро закосили. И там три сундука аж целых. Какая куча кристаллов. Кстати, надо сейчас посмотреть. Блин, сколько ресов. И все собирать надо обязательно. Все пригодится, уверен. Мы сейчас должны быть прям рядом у кристалла. Прекрасно. Так, ты давай ударь один раз. Просто один раз. Почти убил, молодец. Так и задумывалось. Давай посмотрим, что тебе даст баф этого кристалла. Кристалл усиления. Ну, я так и думал, все, я понял. Это кристалл бафчик усиления дает. Хорошо. Не, ну это мне и надо было просто узнать. Чисто бой был не сильно важным. Ну, зель, кстати, получили на халяву. Бой был, в принципе, неважным. Главное было узнать про кристалл усиления. Так, мы не сохранились вроде. Я не помню. Ну, если что, сохранись еще раз. Можем телепортироваться куда-нибудь, но нам пока никуда вроде не надо. Хотя, может и нас заставят вернуться к Накару, к моей милой котейке. Опа, кабанчик. А нет, это злой. Это что за мерзкое? Вау, у него рот наоборот. Вау, он еще и под атакой. Так, погоди, мы... Секундочку, ничего не делай. Победи осквернившую косару, не используя баллисту. Я так и планировал. Победи осквернившую косару, не пользуясь ее... Так, не позволяя ей использовать лечебный кристалл. А его тут нету. Победи оскверненную косару, не получив электрического урона. А у тебя электрический урон? Давай льдом тебя заморозим. А, вот ХП. Я понял. А огнем тебя втащим сразу.
Она ненавидит огонь. Прекрасно. Я успел. Но это не... Лед ей, скорее всего, наоборот, не поможет. Они все атакуют ее. Все атакуют ее. Фиг с ним, живи, сеструха, я в тебя верю. Мы не скинули, да? Окей. А про передвижение там же ничего не сказали? Мы успеем уйти? Успеем, скорее всего. Я два раза тебя ударил. Почему атака все еще идет? А, он льдом атакует. Так я не получу электрический урон тогда, получается. Подожди, я же могу переместиться куда-нибудь, типа, вот сюда? А, плевать. Ну, у меня реген пойдет хотя бы. Да все равно, у меня реген пойдет сейчас. Какая разница? Просто я за три этих получу посох. Я получил электрический урон? Подожди. Стоп, подожди, я должен убежать из этой зоны срочно. Вот сюда. Я вроде не получил электрический урон. Типа мы выиграли, но электрический урон я еще не получил. О, меня жопу подожгло. Стой-ка на месте. Она сейчас разберется все равно с ним за один удар. Все, и мы получаем новый посох. Все ради него, естественно. Естественно, ради посоха. Так, да, жезл провидца плюс один. Левел 2 из 11. Так, у него 11 уровней. Это как минимум хорошо. Держи. Плевать на минус 6 уровней. Да, убрать кристаллы. Давай зайдем. О, неплохо, неплохо. Так, у меня есть все, что мне надо. Так, какая-нибудь способность есть тут? Вот, раскат грома. Берем тебя. Так, две синих. Давай посмотрим, что в зеленых у нас есть. Целитель-источник. Ну, типа хила, да? Хил пока не интересен мне. Ледяной разлом обязательно. Физзащита. Что у нас там еще на ледяной разлом? Физзащита, скорость. Давай. Так, тут у нас что? Физзащита, маг-защита, физзащита. Неплохо. Давай. Стоп, подожди. А что мы можем тут? А, тут опять ледяной разлом. Давай тогда вот этот. Пока что вот сюда пойдем. Ну, потом вот сюда, скорее всего, пойдем, потому что здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть... Можно вообще там такую грязь натворить. Давай, ледяной разлом, молнии. Все, хорошо. Так, кристаллы. Вообще инвентарь. Кристаллы. Все. А, да, надо сделать вот так. У меня уже 6 страниц кристаллов, народ. 6. У меня теперь жезл есть. Умница. Метров, и мы дойдем до точки. Ну блин, ну классно, новый жезл. Хоть у нее жезл хоть поменялся. Мы, кстати, можем ее жезл себе забрать. А нам нужно дерево на новое оружие. О, смотрите. Та-да-да. И мы перешли в новую локацию. Как ярко, ёпт. Что там? О, мы адаптировались. Мы адаптировались к новой локации. Как же ярко было. Континент Астрия, Геральдзорские луга. It's one of the few cities still untouched by the war. As a result, it has welcomed a lot of refugees in the last months. It is the best place to hide in plain sight. Is your contact some kind of outlaw? Not really, but he deeply values secrecy. Same goes for me. I don't want people to find out I'm a deserter. Well, maybe we should find a way around these cliffs first. They're too steep for us to climb down. If I remember correctly, there's an inn nearby. Maybe they will know the shortest way to Hrelsor.
Угу. Окей. Хорошо. Ну а что тут сложного? Давай сохранимся сразу же. Обогнуть скалы. Вон туда и пойдем. По карте нам пока... А, ну вот они. Вот эти луга. Вот мы типа спустимся. Не, где мы вообще? Мы вот. Мы пройдем вот так, так, так. И вот к замку. И вот еще целые поля. Нафармлю я себе, думаю, здесь ресов дофига. Но у нас пока нет дерева. Вот в чем проблема. Это око, они нам не интересны. Давай сохранимся. Ну, слушайте, ну красота. Блин, мне нравится эта игра очень. Уж очень мне эта игра нравится. Придется вас убить, ребята. Ничего личного, правда. Просто вы мне мешаетесь. Повторное использование способности, не прибегать, говоришь? Окей. Посмотрим, как вам с электричеством. Вам нравится электричество, да? Тучка. 700. Хо-хоу. Так, мы убили одного огнем, другого электричеством. Все, мы не прибегали. Мы не прибегали, спасибо. Нам надо просто до 11 уровня вкачать этот джезл. Тогда он будет вообще, наверное, тащить. Ну, у него сразу прям. Раз, два, три. Четвертый уровень, прекрасно. Шкуры, эликсиры, самоцветы и все такое. Скорее всего, большая часть ресов нам придется покупать, да? Ну, есть такое предчувствие. Но у нас просто очень много ресурсов. Погоди, а мост вон там находится? Вау! Подожди, все это синенькое, это кристалл или это все, что собрать можно? Самый большой страх Пергана быть похороненным заживо, поэтому мы хорошенько поколотили его труп, чтобы убедиться в том, что он достаточно мертв. Вечно любящая семья. То есть тут прикольчики еще будут. Ну, хотя да, у нас общение с сестрой, это один сплошной прикольчик. Поэтому да. Кристаллы синие, наверное, вот эти. Вот тут даже сундук посередине поля. А, надо аккуратнее быть. Блин, пока только ветки падают. Может быть, я, конечно, не эксперт, но... Нет, деревья так не рубятся. Ну, я предположил, чисто гипотетически. А вдруг... Ну, типа, вдруг так можно нарубить все деревьев. Там вон какой-то фонарик стоит. А, понятно, даже по это ничего сделать с ним нельзя. Их четверо, давайте их завалим. Ну, нам надо прокачать. Надо прокачать нашу подругу. Обязательно. Так, они все, они трое только. А где четвертый? Их четверо было. Ну, подруга, как угодно, удар, давай льдом туда вжжем. А, им на лед плевать. Им на лед плевать, я забыл совсем. Кажется, на лед им плевать. Сейчас посмотрим. Но у него все равно очень много урона от льда, поэтому... Нет, смотри, 233 всего. Парень, добей. Почисть за сестрой. Блин, хочу новый меч уже. Ой, какого хрена ты со спины набежал на меня, пес? Могу тебе бомбу? Не могу. Только передвижение. Давайте физой. Покажи, как ты убьешь физой. 55? 55? Серьезно? Добей его, братан. 55. 55. Ну да, физические атаки, да, конечно, есть у нее. Как у всех, в принципе. Макс с физическими атаками. 11 уровень у меня уже, тем временем. У нее 6. И это означает, что пряжу получили. Ой, какие-то ресы классные. Так, снаряжение. Селена. Никакого. Кристаллы. Селена. Да. Так, давай пойдем по этому пути. Блестящий осколок. Цели... Ну, да. Нет, подожди. Давай смотреть. Так, давай вот это. Дальше огонь. Огненный разлом будет сейчас у нас. Только мы посмотрим, какой огненный разлом нам нужен конкретно. И возьмем его. Физатака, маг защиты нет. Так. Маг защиты, физурон. Нет, давай вот это возьмем тогда. Сюда ведь можно взять еще что-нибудь на маг атаку. Маг уклонения. Так. Сюда. Ну, сюда целей. Нам не надо целения. Исцеления всякие бредятинские. Во,
как раз. Подожди, подожди, подожди. Как раз. Давай вот это тебе заменим на... Вот, бронелом снижает защиту противника, наносит ему... Это у нас такой нет, типа, способности. Скорость, петля времени. У нас тоже петли времени нет. Физатака, маг защиты. Давай тебе дадим. А тебе фиолетовый кристалл. Мы засунем... А, то есть у нее нет таких способностей. У нас эти способности есть, но мы их применить не можем. Прекрасно. Маг атака, скорость. Так, все? Нет, стоп, подожди. Так, тут понятно. Оружие. Ну, оружие мы посмотрели, да. Чё? Камнерез есть? 10 этих? Прекрасно. А я думаю, что-то не так. Камнерез. Да, давай. Да, конечно. А так я все же его создал, получается-то. А, тут всего два путя нормальных. Ну, мы пойдем вот через вот это. Мак-атака. Подожди, а может еще что-нибудь было по мак-атаке? Точнее, не мак-атаке. Физуклонение. Нет, ускорение точнее. Тогда ладно. Удар льда. Физическая защита. Магическая защита, ускорение. Давай вот это. И тут, наверное, на гром что-то. Одинаковые. Берем вот этот. Ух ты, какая штука-то прикольная нам досталась. Ну, все же снаряжение меняется. Я уже вижу, на ком его можно опробовать. Это какие-то новые? Какие-то новые кабанчики. Два, надеюсь? Да. Так, давай смотреть. Опа, мне защиту дали. С какого хрена? У меня защита. За что мне дали защиту? Непонятно. Бдительность, типа. Давай огнем тебя попробуем сжечь. Как ты с огнем делаешь? 174. А у тебя только молния? Почему молния только? Подожди, у тебя же был еще... У тебя хил был. Что происходит? Где хил? А куда хил делся-то? Как вы к льду относитесь? Так себе. А куда у нее хил делся? Мы же хил ей дали. Что происходит? Куда у нее хил делся? Или мы убрали хил? Но оружие мы сразу прокачали на до четвертого. Прекрасно. Прекрасно, очень прекрасно. Так, тут еще вот что-то есть. Подожди, куда делось все у нее? Это мы, понятно. А, мы можем, кстати, либо в желтую пойти. У нас уже есть удар молнии, да? В зеленом что у нас? То есть никакой способности. Маг-атака. Ну, блин, зачем тогда? Если в зеленый его. Вот, давайте физ-атака, маг-защита и физ-защита возьмем. У тебя что? У тебя идет по зеленому пути. Давай вот это возьмем самоцвет. Целительный источник. Я, наверное, тебе в снаряге не выбрал, да? Не, стоп. Да, я просто снаряги не выбрал. Мой косяк. Ну, тут ничего нету, да? В инвентаре просто очень много новых кристаллов. И до хрена. Ладно, ребят, давайте на этом тогда пока что будем заканчивать. Продолжим с вами уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.